В самом многонациональном районе города нашли способ, как подружить между собой людей различных национальностей и вероисповеданий. Васильковое небо, плынь журавлиная, васильковые дали. Все, кто встречал Лидию Ежову на многочисленных концертах, уверены, что она из Беларуси или Украины. Прекрасная народная исполнительница, сама шьет костюмы и изучает культуру соседних с Россией народов. В некотором смысле она уже давно стала представителем Беларуси в Нижнем Новгороде, хотя сама никогда не была в этой стране. Хотя я не была в Беларуси, но я ее люблю. Ужасно люблю. Ничего не поделаешь. Белорусские корни дают о себе знать. Потомки имеют русско-белорусскую кровь. Всегда было теплое отношение к этой республике. И к людям, к ее замечательным людям, которые в Беларуси, как вот родные, встречают, мне кажется, любого, кто приедет, к кому не обратишься. Все очень тепло относятся. Вместе с нашими героинями мы находимся в зале «Дружба народов» в библиотеке имени Аркадия Гайдара. Вы только представьте себе, это детская библиотека в Канадском районе, которая находится в микрорайоне Нижегородской ярмарки, уже 100 лет принимает в своих стенах нижегородцев различных культур, языков, традиций, религий и мировоззрения. Здесь вот общий дом всех наций и народностей, которые проживают на нашей нижегородской земле. Это очень замечательно. Большая заслуга в этом, конечно же, директора библиотеки. Она же является председателем Центра белорусской культуры здесь. Здесь представлены книги, представлены предметы, которые рассказывают именно вот о культуре и истории этих народов. Это очень важно, потому что чем мы больше знаем о тех народах, которые живут рядом с нами, тем больше гармонизации в нашем обществе.